Итак, друзья, главный бой сегодняшнего вечера турнира «Битва в Подольске». Финальный поединок за выход в мировую серию весовой категории до 67 килограммов. Аплодисменты спортсменам! Виталий Фархутдинов, Подольск! Александр Тен, Полтава, Москва! Рефери в ринге, судья международной категории Багаутдин Борзов. Подняли руки. Работаем по правилам Чипро. После команды стоп, не бить лежачего, не добивать. Удачи! We'll be right back.
не больно, им больно. Добрый, не добрый. Эй, хорошо. Да. Мое твое, они не дышат. Давай, что туда? Чередуй. О, колено. Сам колено. Эй, колено, да. Он на вторым номером. Давай, знает. Все. Первый номер, да. Давай. Дай работать. Эй, хорошо. Thank you.
голоса! Руки выше! Ручки держи! Давай на работу! Иди, Саня! Руковочка! Давай, давай, давай! В главном бое профессионального турнира по кикбоксингу муай-тай G-Pro Rion 150. Битва в Подольске. В весовой категории до 67 килограммов одержал боксер синего угла Александр Тен.